Всем привет! Сегодня я вам дам два совета, как быстро похудеть к Новому году. Первый совет – начните регулярно посещать фитнес-клуб. Систематизируйте ваши тренировки не только в тренажерном зале, но и в кардиозоне. Продолжительность тренировок должна составлять не менее 30-40 минут. Также систематизируйте процесс питания. Делайте приемы пищи каждые 3 часа. Старайтесь снизить количество потребления углеводов, особенно быстрых, во второй половине дня. Избегайте кондитерских и хлебобулочных изделий. Пейте большое количество воды в течение дня, не менее 2 литров. Придерживайтесь этих рекомендаций, и всех с наступающим!